Здравствуйте, дорогие друзья! Лучший в галактике передачи «Подпольная правда». Целую неделю вы боролись за звание лучшего сценариста и, конечно, за призы от лучшей игровой фирмы 1С. Писем пришла просто куча. Если бы они были бумажными, я бы зарылся в них с головой. Слава богу, что есть электронная почта. Пришла пора подводить итоги. Ну что, вы проголосовали за Единую Россию, как вам было приказано? Ну, не совсем. Вы что, не смогли поставить крестик? Ну, там столько клеток пустых. Номер 10, идиоты, вы умеете считать до 10? Ну, по пальцам умеем. Летины, вы читать не умеете. Да что вы вообще можете? Мочить! Да, мочить! И бежать. Замочили. И побежали. Здравствуйте, добро пожаловать. Вы от кого? От разработчиков. Кем представитесь? Разработчиками. Ну, и с каким визитом? Анимацию проверить. Ну что ж. Валяйте. Не увлекайся. Видал, упала как мешок с дерьмом. А, пошли править ролик. Это простуда, как она мне надоела. Как я вас понимаю? Вы не понимаете. Нет, прекрасно понимаю. Как, у вас даже насморка нет. Мне помог горчишник на носу. А у вас есть еще один для меня? Клейте. Хватит? Давай горчишник приклею, пока наркоз действует. Наклей, только ровненько. Наша редакция тоже не осталась в стороне от конкурса. И хотя мы никаких призов за это не получим, наш подпольный монтажер Сёма показал, как делают это настоящие подпольщики-профессионалы. Я насчет домика на колесах. Верни наши деньги и забери себе свой домик. Нахуй мне этот домик, если у него, блядь, нет колес. Слышь ты, пиздуй отсюда, пока можешь ходить. Никто тебе ничего не делает, пока ты сам не нарвешься. Извини, Микки. Верни наши деньги и забери себе свой домик. Хочешь денег? Ну тогда без наебалова. Ты и я. Значит, вот такая это будет драка, да? Лучше даже не вставай. Я тебе обещаю, вставать мне не захочется. Ты больной, как я вижу. Я ухожу. «Подпольная правда» напоминает, что все участники с 4 по 20 место включительно получат видеособрание сочинений легендарных бонусов Гомовера под названием «Былое и думы». И поздравляет всех с наступающим Новым годом. Спасибо фирме 1С за отличные подарки и игры. И знаете, в следующем году будет еще лучше. До встречи.